вот сюда. У меня есть. Шмель есть вроде, топнул. Бок! Я уфанил, монитор смотрю. Он на боку? Да. Далеко, близко. Да пропусти меня, это ЛДПР. Смотрю, а у него, понял, лазер, блять, и пол оружия торчит, блять, в сейке. А ты бы его на правую кнопку. Начало миссии. Ты бы его прикладом уебал. Не, я знаешь, никак прикладом не бил. Легче с ножа, чем приклад. Это ебанутая такая, блять, хуйня, что знаешь, как повезет. Ой-ой, Т-шку фастует. Красный, ебаный насос. Я шупую, так что. Снайпер красный. Кусак, разберись. Они не правы вообще. Ой-ой-ой! Красный респе. На красном. Есть Т-шка. Проеби бок, я Т-шка. Мама, не проеби бок, я тебя прошу. Т-шка. Ай, Т-шка. Не лезь! Это красно. Сука, гофигам, блять. Гофигам. Красно, даже пистолета хватит, по сути. Блять, в спину. За шермой. Он, да. Ну шо ж ты, блять, котопёс? Двойное убийство. А, он красный. Чё, блять? Да гелом. Ни хрена он налечил, пока он её списал. Я расстроился. Красный. А я-то думал. Котопёс. Альфа все, альфа. Короче, тузак, будут мидл на винты старт, а я подумал. Хватит. Потому что там, походу, больно. Тоже. За кассой. Бок минус. Хорош. Победила синяя команда. Котопёс. Единственный на свете такой кот-пёс. Малышка-пёс. Куда? Сиди. А кто тут? Ну пиздуй давай, сиди с нами. Куда ты, блядь, лотришь? За Латвию. Блядь, это ёбаный люкс. Киньте меня во френда, то у меня друзей совсем нет. А куда ты, туз? Саш. Чё, блядь, он офнулся. Саша. Я вышел из игры, просто кино. Шо? Просто кино. Так ты заходишь или нет? Подожди, ты зайдешь или нет? Таня. Да. Да. Давай быстрее.